Так, всем добрый день. Сегодня мы ходим на Сокольском пляже. 5 воздуха 25. На солнышке плюс 45. Не знаю, видно, не видно, но... опять на солнышке. Обалдеть, я не сыграть. Хотя, вроде бы пахнуло. Ну, тучки ходят, облака. Тут народу побольше уже стало, чем вчера было. Конечно. Ну и понятие воды. Нет, этого воды. Вода холодная сегодня. Вчера, мне кажется, теплее было. Давайте зайдем подальше. Блин, тут помню, ну вода где-то 12 градусов будет, наверное, не больше, потому что очень прям ноги стягивает моментально. Ощущение, это чуть-чуть. Волн нет таких, ветра нет толком. Ну вот сегодня побольше, чем вчера в такое время было. Ох, как это. Играем. Подводную съемку пока. Не снимаю, так как есть небольшие проблемы. Вот. Ну все. Да, сегодня прям там музыка играет, вон уже решетки принесли для этого самого. Как бы нас сейчас. Нам не потерять бы этот градусник. Через секунду продолжим.
Ну что, мы прогорали, в принципе. Сейчас пасмурно, погода уже что-то пошла. Ну, как раз вовремя. Вот решетки уже стоят. Я смотрю. Так что, ребят, вот такие вот дела. Бля, телефон звонит. Сейчас переживаю. Сейчас. Через секунду продолжу. Так. Ну, а мы идем в помощнику. Это река Воронеж, если кто не знает еще. Ну, ты сюда. Костёр жгут, вроде как. Вон. Или горело что-то, дерево какое-то. Горит. Вон так, короче. Мне ничего не потушит, что-то. Странно какая-то. Да, горело тут немножко было. Ну, хорошо. Хотя, вроде бы, тут непонятно, почему она горит. Ну, нет. Не видала ничего, чтоб потушить огонь. Вон там дерево какое-то горит. Так что, ребят, всем хорошего дня, отличного настроения. Всем удачи и всем пока-пока. Не забываем ставить лайки, подписываемся на канал. Дальше еще интереснее будет. Да, пока у нас GoPro-шка. Типа как. Ну, с обновлением там что-то говорят. Не мочить воду там, типа того. Так что временно. Пока мы не можем опускать воду. На рекордный губ. Тут. Можно покататься. Ну и всем пока. Сегодня духота была. Жара. 40 градусов или 45 даже. На салонке. Так что всем пока.